Ну вот и все, шарошечкой соплячок один сбил, и все. И попробуй, скажи, что здесь что-то было не так проварено, зашлифовано, покрасится, да и все. Никогда никто не узнает, что здесь был какой-то косяк. В общем, получил посылочку, сейчас распечатаю. Съездил заодно посылочку, мужики, забрал, вроде бы вся целенькая, но тут что-то запечатано капитально. Сейчас посмотрим. Мужики, ну еще сгонял в СДЭК. Вот. Пришла посылочка от Сани Лукинского. Кило 170. Вот. Сейчас распечатаю. Ну, как вы могли уже догадаться, да, что это такое. Это вот такая вот штука. Вот, мужики, исправляю косячок. Вот, заварил. Вот эти пятакиш остаются нужного калибра. Заварил и сместил, наверное, на пол сантиметра сюда. Ну, сразу косячка впорол, поэтому приходится пересверливать. Не получается. Вот такие вот овальные выходят штукенцы. Но она же еще как бы заваренную часть еще оставляет вот здесь. Но сейчас я просверлю. Вот здесь оставляет. Ее тут видно. Сейчас переверну. Вон она, видно. Полумесяц. А заварочки остается. И не 22-м, а 25-м, чтобы посвободнее было попадать на пресс. Вот как-то так. Так, вот и все. Вот высверлил свежачок. Там, где нужно. Вот они, полумесяцы вваренные остаются. Казалось бы, да? Где ты фокусируйся? Во. Вот полумесяц. Вот. Но они вваренные. И при этом просверлено там, где надо. Вот такой вот пятачок выскакивает. Потом он разделяется. Это я здесь специально не проваривал, чтобы было видно, перекрывает он с края в край или нет. Перекрывает. Поэтому вот и разделяется. Все очень просто, мужики. Потому что вот так бы я не просверлил, чтобы снять вот эту краюшечку. И с этой стороны, с внутренней, проварил. Сейчас вот так зашлифую болгарочкой. И все, если там соплячок вот вылез, ну, напильником пройдусь. Коронку уже не буду рисковать. А вот напильничек вот такого плана собью, да и все. Она вот одна вылезла, вот здесь вот соплячок. А везде все ровненько. Или фрезу поставлю в шуруповерт, зажму вот так. Ну, не фрезу, а шарошку. И выровняю. Ну, вот и все, шарошечкой соплячок один сбил, и все. И попробуй, скажи, что здесь что-то было не так проварено, зашлифовано, покрасится, да и все. Никогда никто не узнает, что здесь был какой-то косяк. Это тем более пресс мой. Вот, если никому не рассказал бы, никто бы и не догадался. Никогда. Все. Теперь все отлично. С этой стороны замечательно. Вот так вот исправлял свой же косячок. А что я исправлял? С дури почему-то отметил. Метку брал с этой стороны швеллера. Не отсюда. Надо было отсюда, а брал отсюда. А длина вот этой губы и вот этой. Это больше, это меньше. Поэтому начертилась меточка вот так наискосок, когда уже поздняк было метаться. Поэтому потом уже разметил с этой стороны и просверлил здесь как надо. Кстати, сегодня, опять же, никто не поверит,
Надо было это дело заснять. Подождите, а где он? А, во! Штангенциркуль. Вот я же черчу при помощи его. Конечно, надо заказать эту с колесиком. Черчу. И вот эта губа, вот эта нижняя, стерлась и была... Там зазор был, наверное, не знаю, миллиметра 3. Вот так соединяешь штангель, а там зазор где-то 3 миллиметра. Ну, вот так на бикрень стерлась. Ну, думаю, вот. Все, думаю, капец. Ехать надо за новым штангелем. Да нифига. Видите, он черный. Проволока миллиметр. Ток на минимум. Ну, думаю, испорчу. Все равно покупать. Тисы. Прям точки насираю сверху крупненько. Прям вот на вот это тоненькое. Медленно так цак-цак-цак-цак-цак-цак-цак с таким запасом. Такая булбыга была. Ой, капец. Ну, потом обработал слегка на станке. Там-там, но так, чтобы не касалось этого. А потом напильник в ход пошел. Где вот этот, который я только что показывал? Где он уже и делся? Вот он. Слегка тоже, чтобы не касалось этого. А потом надфилек. Вот такой вот. А потом вот такой вот надфилечек небольшой. Творит чудеса. Довел до такого состояния. И довел до такого состояния, чтобы зазор вот здесь, по всей длине, не светился, можно сказать. Но это я сейчас не прожал его, конечно. Вот, на просвет, чтобы он был, как показать-то, одинаковым, то есть, ну, это он блестит, потому что вот здесь вот закругление такое. Главное, что вот кончик просто идеально получился. Вот, ну, это наждачечка черная зачищу, это перегрев был. Так что штангель поправил. Ну, я ничего не токарю. Как бы мне вот эти вот погрешности ихние там в какую-то там сотую, там, не знаю, тысячную. Где там они? А вот. 0,2 погрешность. Наверное, да? Я так думаю. Роли большой не играют. Так что бывает такое. Пойдет. В общем, получил посылочку. Сейчас распечатаю. Тут уже вот она надорвана. Это угольник я заказывал на Алиэкспрессе. На 300 миллиметров. Да, или 30 сантиметров. Кому как нравится. Вот так вот пупырочку запечатаны. С российского склада, в общем. По-быстрому пришел. Вот. Хотел белый, но не было белого. Вот такая вот штукенция. Ну, это как лазером, что ли, вот набито. Вроде бы не царапанный. Разметка, что с одной. Не знаю, что это. Тут примерно. Тут то же самое. С одной и с другой стороны одинаково. Вот. Были поменьше. По-моему, на 18 сантиметров. 180. Такие маленькие. Ну, я, может, возьму. А пока взял большой. Так, чтобы мне хватало по диагонали швеллера размечать. Вот на 16. Вот. И вот за глаза хватит. Даже вот, грубо говоря, на 240 у меня там есть. И все дела. Зацепы с обоих сторон, как и разметки. Толщина, наверное, миллиметров, миллиметра 4-5. Сейчас даже замерю.
толстенький. Да, 4 миллиметра толщиной. Это сплав какой-то. Может, алюминий. Как-то так. Еще должна посылочка на днях прийти. Этот разметчик по типу штанги циркуля. Только с роликом. Вот. Мужики, ну еще сгонял в СДЭК. Вот. Пришла посылочка от Сани Лукинского. Кило 170. Вот. Сейчас распечатаю. Ну, как вы могли уже догадаться, да, что это такое. Это вот такая вот штука. Сейчас распечатаю, посмотрим. Вот такой, мужики, штангелек Санечек прислал. Сань, вообще кайфарики. Вот. До 50 сантиметров. Или миллиметров, кому как нравится. Здесь двадцаточка. Вот. Винтик такой. Один. Ну, это поправимо. Ну вот и все. Не удержался. Был вот такой. А стал вот такой. Болтик нужного калибра. Гаечка на 13. И шикардос. Вот такие вот дела. У меня где-то штангель есть подобный какой-то. Но до того печально ушатанный, что просто капец. Здесь у него тоже он меряется вот этими губами. Здесь вот десяточка. А здесь двадцаточка. Ну на 50. Офигенский. Санечек. Блин, вообще шикардос. Спасибо огромное. Вот это нужная вещь. Съездил заодно посылочку, мужики. Забрал. Вроде бы вся целенькая. Но тут что-то запечатано капитально. Сейчас посмотрим. Внутри вот такая вот пенка. Замотано скотчем все. Вот внутри вот такой вот чехольчик. А внутри... Опа. Ух ты, он еще в целлофанке. Ну, короче, упаковка капитальная. А внутри, мужики, разметчик. Заказывал еще и в масле. Вот такого плана на 20 сантиметров. Где ты тут, слезай? Вот. И запасная. Запасной стержень еще. Такой карманчик специальный. Вот как-то так. Взял небольшой. Побольше возьму чуть попозже. Потому что большим не везде можно подлезть. Неудобно держать и так далее и тому подобное. Отлично. Как раз таки сейчас и пригодится вон там. Не, Санечек, твой штангелек — это вещь вообще нужная, необходимая. Вот. Особенно вот для работы с вот этими вещами. То я тут линейкой как-то упирался там в подшипник. А если он подшипник вот как здесь печальный шатается, то какой тут точности можно говорить. Теперь можно вот за флянец зацепился, выставил нужный размер. Ну, стою не с руки, конечно. И все, это уже для себя высчитаю. И до свидос. Также вот. Вот. Ну, тут, конечно, разметчик бы был хорошо. Вот здесь на полтинник. Сейчас разведу, да? Грубо говоря, вот по максимуму, что тут можно. Ну, тут можно на 60 даже развести. Ну, не тем не менее. Этого хватает. Тут флянец отрезанный по шву. Чтобы нанести разметку в любом месте. Вот и все. Так что он у меня гулять не будет, этот штангелек. Зацепился, отметил. Перевернул по-быренькому. Все. До свидос. Не надо там целиться. Один раз поставил
и штампуй. С обычным не сделаешь. Своей линеечкой, рулеточкой, понятное дело. Но это все хорошо, но долго. Также ж вот, скинул вот эту голову, она тоже ж нигде не, ничем не фиксируется. Использовать можно как линейку. Влазь. О. Хорошая, мощная, ровная линеечка. Где-то что-то отрезать, где-то что-то, ну точнее отчертить, да? Вот. Не бояться там, что она куда-то там перепрыгнет. Тем более карандаш будет вообще идти четко и не соскакивать. Вот. Так что это, не знаю, как у тебя он висел на стене. У меня он висеть явно не будет. Как-то так. Ну, разметчик я возьму на полтинник. Будет очень удобно. Сюда, туда. Также же и здесь. Вот так штарец. Клац, клац. Будет, будет.